Всем привет! В данном видео разберемся, как можно отключить подписку Сберпрайм от Сбербанка, чтобы больше не списывались деньги с банковской карты. Рассмотрим два способа – через мобильное приложение Сбербанк Онлайн и через сайт sber.ru. Приложение Сбербанк Онлайн. Данный способ подходит, если вы являетесь клиентом Сбербанка. Зайдите в мобильное приложение Сбербанк Онлайн. В левом верхнем углу нажмите на иконку профиля. В блоке «У вас подключено» перейдите в Сберпрайм. Пролистайте экран вниз и выберите «Отключить подписку». Подтвердите свое намерение, выбрав «Отключить». Готово! Вы отключили подписку Сберпрайм через мобильное приложение Сбербанка. Сайт sber.ru – это универсальный способ, который подходит как для клиентов Сбербанка, так и для пользователей, которые решили подключить себе Сберпрайм, не являясь клиентами Сбера. Ведь они не смогут отключить подписку в сервисе Сбербанк Онлайн. Зайдите на сайт sber.ru. В правом верхнем углу кликните по Сбер ID. Введите свой номер телефона и нажмите на кнопку «Войти» или «Зарегистрироваться». На ваш номер, в зависимости от настроек и того, являетесь ли вы клиентом Сбербанка или нет, придет либо пуш-уведомление, либо SMS-сообщение. Нажмите на кнопку «Я получил SMS-код» и либо подтвердите вход в приложении, либо введите код подтверждения из SMS-сообщения. Перейдите на вкладку «Подписка Сберпрайм». В блоке «Ваша карта» снимите автопродление подписки. Затем подтвердите свое решение. Выберите какую-нибудь из причин и нажмите на кнопку «Отправить». Готово! Подписка Сберпрайм отключена через сайт sber.ru. На самом деле, как оказалось, отключить подписку Сберпрайм самостоятельно невозможно. Она отключается автоматически по завершению оплаченного периода, если отключено автопродление. А то, что проделали мы чуть выше, это как раз отключение автопродления. Благодаря этому деньги перестанут списываться с вашей банковской карты, а через какое-то время отключится и сама подписка. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.